Всем огромнейший привет вам, ребят! Сегодня я покажу вам просто офигительную команду, которая позволит добавить в вашу игру статую Херобрина. И причем, как вы уже могли заметить, он очень реалистично выглядит, так что вы даже сможете попугать своих друзей. Но прежде чем я покажу и расскажу, как это сделать, я хочу вам напомнить, что каждое такое видео мы с вами разыгрываем лицензию Майнкрафта с полным доступом. Все условия и ссылка на конкурс будут в описании прямо первой строчкой. А также в описании будет ссылка на автора этой команды и вот на эту вот офигенную карту. Я вам ее тоже потом покажу. Погнали! Посмотрите, вот такую офигенную статую вы сможете сделать буквально через несколько минут, когда я покажу вам и расскажу, как. Как это сделать? Ой, а кто это у нас там стоит? А это, собственно говоря, тот житель, продавец статуи Херобрина. Как бы это глупо ни звучало. К нему мы вернемся чуть-чуть попозже, а сейчас я расскажу про особенности этой команды. Во-первых, прежде чем все это вам показывать, надо уничтожить предыдущую машину. Устанавливаем командный блок. Опять же, как обычно, вставляем команду. Грёбаный дождь. Какого хрена ты капаешь? Первая табличка нам говорит, что эту статую создал Айя Майнкрафт. Что-то типа того. Большое, кстати, ему спасибо за эту команду. Команда реально прикольная. Следующая табличка, которая нам, собственно говоря, и нужна, называется Get Items, то есть она выдает нам необходимые предметы. Explanation — это табличка, которая вас перекидывает на YouTube для того, чтобы вы посмотрели, как пользоваться этой командой. Сразу говорю, что эта табличка не работает. И Destroy, как обычно, означает дистрофик. Поверили мне, означает уничтожить эту машину. Кликаем на Get Items. И нам выдается призвать существо житель и угольный блок. А это как раз таки создает жителя торговца статуями Херобрина. Для того, чтобы создать этого спекулянта статуями Херобрина, мы спавним жителя и кидаем в него угольный блок. Ой. Кидаем угольный блок. Па-бам! Херобрайн Шоп. Кликаем правой мышкой на нос жителя, и у нас открывается, собственно, сама лавка. Все, что нам нужно, это Херобрайн статуя яйцо. Вот это вот яйцо. Чтобы его получить, мы должны отдать либо зачарованные тапки железные, либо золотой блок, либо адскую звезду. Либо мы можем дать ему золотой слиток, за что он нам даст Destroy Херобрайн Шоп. То есть с помощью этого листа мы можем удалить жителя с карты. Ну, в принципе, можно с этим не заморачиваться, как вы видели, жителя я спрятал, то есть неважно на каком расстоянии он будет, вообще абсолютно плевать. Хоть под землю его реально закапывайте. Дурак! 10 блоков, и не забываем про адскую звезду. Этот засранец дотошный, поэтому он вам просто так ничего не продаст. Вставляем сюда золотой блок, и вставляем сюда адскую звезду. Па-бам! Яйцо призыва статуи Херобрина. Для красоты эксперимента полетим на пьедестал, который я Фак! Вы готовы призвать Херобрина? Херобрин, прибудь! Давайте я сейчас покажу, как можно напугать вашего друга. Реально, чтобы он обосрался. Вообще, вы можете сделать это вот так вот. И алмазы расположить, допустим, вот так. Вот представим, что это вот наша шахта, мы тут копаемся. Вы зовете своего друга, подругу, просто знакомого, типа, пойдем, вот я там шахту разрыл. Там это, алмазы, помоги мне добыть. Вы приходите сюда. Я уверен, его или ее любопытство возьмет над ним вверх, и он захочет заглянуть, что там. А там Херобрин, батька! Ребят, если вы так попробовали напугать своего друга, то обязательно об этом напишите в комментариях или мне в личку ВКонтакте. Ну и в конце концов, давайте я уж покажу вам эту карту. К сожалению, я не знаю автора этой карты, но он просто красавчик. Посмотрите, какую красоту он создал, реально. Вы взгляните на это. Понятное дело, что она сделана больше для креатива, для того, чтобы полетать. Вы посмотрите, какие... О-о-о-о. Я боюсь представить, сколько он на это времени потратил. Ну, конечно, он делал ее полюбасу не один, командой, но все равно. Еще раз повторю, что ссылку на скачивание и ссылку на автора я оставлю в описании. Ну все, ребят, в принципе, я показал вам все, что можно показать об этой команде.
и я благодарен вам, что вы досмотрели до этого момента. Даже если просто доотматывали до этого момента, спасибо вам большое. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. А тем более, что каждое такое видео про Майнкрафт мы разыгрываем с вами одну лицензию с полным доступом. А условия для того, чтобы получить эту самую лицензию, очень простые. Во-первых, поставить лайк на это видео, во-вторых, подписаться на мой канал и в-третьих, сделать репост записи ВКонтакте. Для того, чтобы сделать репост, переходите по первой ссылке в описании. Ну а с вами был Дамбо, и я желаю, ребят, вам удачи. Спасибо еще раз за просмотр, всем пока!